Итак, всем. Итак. Итак, всем привет, мои дорогие друзья. Это Спанч Блок. И мы продолжаем. Играть в игру The Walking Dead Zero Instinct. Когда многие думают, что я не продолжу играть, но все-таки еще продолжу поиграть. Так никто ничего не думал. Ну, игру мы нажимать не будем, мы нажимаем. Давай грузить быстрее, а чем просто выключить запись. Сейчас здесь один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Эх, ладно, ребят. Я выключу запись. Он долго будет. Итак, ребят, вопрос в том, что я зашел. То есть я должен все заново будем проходить? Надо мне спойлер пройти без меня на съемке. Ну, чтобы забыть взять это одну зарядную винтовку. Мы все-таки оставим. Теперь мы все-таки возьмем. Тебя мы возьмем. Пила. Подождите. Не будет мини, я хочу посмотреть, потому что ладно, не важно. Ну, что-то здесь у нас есть. Чего-то риск... риск-группа. Что, я уменьшу риск-группу? Не, а как его отправить на задание? Я же его не могу отправить на задание, точно. А, да. На бензин. Все, давай его. А эти его оказывают. No driving through that. We're on foot. Ну, думаю, вам будет это не очень интересно смотреть, но, блин, у меня другой выбор есть. Тут мне помните уже. Это уже хотя бы, как помните уже. Вот моя стопская винтовка. Но, как всегда, вы знаете, выстрел против зомби. Ну, думаю, вам это не очень будет интересно, так что давайте хотя бы немного побегаем. Блин, очень жалко, что все дома так заживали. Нет. Да это только все немного. Ладно, все заперто. Только мне сейчас главное найти вот то оружие. Это было очень прикольное оружие, оно было чистки всех. Ой, блин, ну лагает еще, ну блин. Мне сейчас очень злое, что ничего не сохранилось. Ну там мое любимое оружие. Вот, как надо пробраться. Должен это было сделать. Из него не уйду. Ну, я пообещал, мы совсем много поиграем. Я вот всю запись пройду всего, то что я играл в следующий раз. Да удерживаю! Наконец-то не вот. Давайте сейчас ими. Давай переспешить сейчас закончу. Потом хотим просто поиграть-то. Я нашел это место. О боже мой. Где моя 700 труба? Так, ну ладно, я снова включил запись. Так, я уже избил 500 000 зомби.
думаю, пока нам сюда не надо, так что лишний раз рисковать собой и уже пешек на него потратить, пойти сюда. That's better. Давайте где мой талант. Вот такой вот попешу с тобой ходить. Я хочу уже такие надеть. Так называемые рейки для нашего поисковика. На. Не убью ходячих. А как раз есть это место. Осторожно, внимание. Что там есть? А там наверняка есть наши батарейки, дорогие. Думаю, вот. И все проходит. Сразу. Попробуем пострелять? Чего и нет. Посмотрю, чем получится зомби. Быстро. Поцелимся. Быстренько побежим отсюда. Так он еще живой. Ничего, никакого толку. Давай. Толкай. Знаешь, может, такой плохой ей. В принципе. Ну ладно. Думаю, если мы сейчас выстрелим, то мы привлечем морду зомби вот отсюда, и они поедут из него. Там он будет вставать, так что думаю, то будет несколько зомби, думаю, перебью своей крутой трубой. У меня она сильно много мощи, может снести врагам, так что думаю, никакой зомби один не убьет. Причем такая труба. На. Ой, еще один. Ой, блин, что ж так мне накрыло? Умри. Ну, еще один. Блин, нашумел. О! Да вы где? Да напасть, убейте его! Наконец-то, наконец-таки, блин, я перепугался, блин, жуть. Ну много же вас как-то, если честно. Мочилово. Знаете, я хочу уже взять револьвер, просто с этим покончить. Ну, ладно. Окей, ну, выше сбегаем, думаю. Бьем его давайте. Нет, заперто. Где же эти батарейки находятся? Я в этом, как бы вам сказать, полицейском участке нахожусь, то я пытаюсь вот найти батарейки. О, можем так сделать. Отлично, да. Уа! Ой, не-не-не, только с этим оружием. Думаю, может, когда не так ищу хорошо, как надо. На. Ну, надеюсь. Думаю, он такой, кажется. Конечно, хотел сказать, что мне там неинтересно. Думаю, что окей. Мочилова много. Причем должно быть хотя бы не скучно. Ну, блин, я же удерживаю. А если это работает, как хочется. Ну, блин, где же эти батарейки тупые? Я сейчас обущусь полицейский участок. Что же с того? Что будет с того? Все равно, что не могу найти никаких батареек. Давайте. Батарейки! Все, можно теперь отсюда выйти. Да блин, откройся же! Ну как я теперь обратно вернусь-то, а? Смотрите. Как, че, как теперь только обратно мне надо вернуться? Как-то вот я не знаю как. Блин. А. Где? Блин, как это вырваться? Живые? Нет, не живые. Подберем. Потом переводится, кстати.
Exit. Вау, только это, мне кажется, не то, что я очень сильно хочу. То есть я не знаю этого места. Ну ладно, но... О, не-не-не-не-не-не-не. Не слушай. У, это быстренько, блин. Дверь сейчас что-то пристреляем. Блин, уже не все, наверное, не получится, наверное. Блин, не попал. О! О! Я, в принципе, сейчас они сбегутся от всего мира. Сейчас будет получится, наверное. Каждый день хочет пытаться плакать. Ну и... Попал. Нужно считать револьвер. Сейчас тут подо мной стоят, да. Быстренько спустимся. Вот они пытаются пробраться, но они по-тупому. Так, где они? О, вон сверху. Они уже... Они от меня сверху побежали. Блин, надо бежать отсюда. Блин, боится на меня. Так, где моя труба? Ну, все-таки типа надо избежать. Просто наш местечко там. Да вон тут пуще уже перебили. Что хотите тебе сверху сражаться? Ну да ладно. Давайте вместе. Труба! Пусти трубы. Вот там труба. Кому еще трубы? Блин. Бежать же надо, да, нет. Блэк, где ты? Блэкбер! А! Как ему попасть сюда? Уже под собой. Ладно, ты уже заметил. На по башке. На бабушке, по башке. Да умри! Ой! Ой, нет. Да блин, больно же. Рака. Ну-ка. Так. Это ж не элит, который мне нужен, нет? Ага, вот. Здесь еще не появилось, получается. Надеюсь, Блэк жив, потому что ради него тискал. Три. Блин, снизу там. Че, так он еще живой? Тут и снизу был. Ко мне не проберется? Так, давай, Блэк. Давай. Just right. I'll run the scan. In the meantime, I've got you covered. I'll be ready to leave town when you are. Meet me back at the north side of the barricades, then. Yep. Look forward to getting off this roof. That works. Make sure you're there when we go. You're gonna get left. You got it. А что теперь? Типа, не обязана задача мы выполнить. Мне хочется всех перестрелять. Кажется, это привлечет много зомби, но мы уже полчаса половину зомби убили. Ну, видите, так, блин, где зомби рут? Где зомби револьвер? Пробавил стрелять в голову. Мне хочется экшончика побольше. Ну, давайте теперь эти пострелки будем. Не обязательно задание выполнить, теперь можно идти по сюжету. Что ж с того? Стрелка показывает совсем не туда. Во. Эти бензин туда. Это, в принципе, патроны нам что пригодятся, давайте их так не будем тратить, а думаю, может все-таки не патроны пригодятся. Блин, нет, тихо, пацаны, подождите, ребят, я сейчас выключу запись. Итак, значит, мы продолжаем. Вот этот зомби. Во. Насосаем его. Так, не надо. Это требуется. Значит, как бы, думаю, нам уже скоро придется заканчивать серию. Мы... Много экшена сделали. Хотя, кажется, это я один делал экшен. Мне кажется, я ничего не снимал. Я уже все подзабыл. Так что если я ничего не сделаю, я потом расскажу, что будет. Ну и заблокирую. А.
Something you want? Huh? I ain't standing out here playing bait all day. You got a car? You need gas, right? I can get you gas. I'm warm. Darrow, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held him off okay until we lost all the cops. All but Blake. Blake and Jose. Lucky Les? Yeah, the same. Me and Dad. Blake and Jose are the ones who are here. I don't think they're coming back. Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny. I use my code to turn on the pump, and we get out of here. You're coming with me now? I got you in here, buddy. You got a deal? Не попадет, чтобы он повезти, как думаете, выйдет? Нет, похоже, нет. Почу ей. Ну прямо герой какой-то, я помню, что я зомби убиваю сам. Знаете что, надоело бы все это. Кто еще? Да они, блин, глухие, они просто, некоторые из них просто наплевать по выстрелу. Вот еще они, все, мне это все надоело. Привет. Все, то сейчас расстреляем на нашего пистолета. О, двоих одним выстрелом. Надо должно было дать ачивмент. Я знаю, нет. Ты не попал? Попал. Ах, сзади откуда-то. Откуда они едут-то? А, сейчас посмотрим. Труба. А что-то было плохое ей. Не могу сказать, нет. Может, немного не читал, когда всех расстрелил с помощью пистолета? Ситуация. Ну да ладно. Кому важно? Чем больше экшена, тем лучше. Давайте сейчас найдем этого дядю и закончим серию, потому что мы уже и так много сражались. Если я вырежу, что не записал, то я просто включу запись обратно. Точнее, я тут буду напишу запись. Знаете, мне иногда хочется сказать, что тут очень мало зомби. Нет, надо готовить их очень много, но блин, все-таки. Когда я играл за Walking Dead обычно, там было около 1000 на улице. Вот он, по два. Конечно, было, конечно, 1000, но, наверное, играть было бы нельзя. Вообще невозможно, фактически, пришлось бы. Хотелось бы, наверное, очень тихо играть, но... Я не хочу тихо играть, я хочу всех убивать на его направо. А то интересно, блин. Ну, давайте толкнемся. Толкай. Hope you still got that Jenny key on you, Les. Он живой. Зомби живой. Это он не такой уж простой. Да. А, кстати, знаешь, 77 проснулся, нет? А Тифон! Ну точно, но же Тифон звонил. Сейчас пойдет. Он сейчас зомби. Пойди. А, ключ надо взять, простите. Где ключ? Подождите секунду. После нескольких минут поисков ключа я нашел ключи, давайте. Может, это другой следующей серии? Нет, давайте сейчас их возьмем. That's it. Big thanks.
Да. Это было понятно, только не ожидал, что это у меня там, короче, будет. Конечно, надо очень быстро уходить туда. Как много. Троицу я могу меня убить. Прям целую еще пытался убить. Ну, все, сейчас, наверное, еще сзади будет приходить. Ой, да. О, сколько их тут. Я тут полчаса. Вот это настоящий The Walking Dead. Это настоящий The Walking Dead. Их тысяча. Беги. Да блин, ну чё ты же не бежишь-то? Усталый дед. Беги. Куда не просто беги. Да блин, беги. Да беги, я же тебе сказал. Да беги. Ничего. Я же слишком упорно нажимал на shift, он походу все очень сильно лагает, и я не могу ничего делать. Я же скинч. А, ну да. Не закрой эту дверь. Но нет! Он что, прошли? А, дверька, все, ну капец. Не могу эту дверь. Ладно, не важно. О, там отстреливается. Подожди, а тут отстреливается. А, пофиг. Не важно. Всех убил. Ау. Ладно, может быть и всех. Может быть, сейчас он будет. Да блин, а чего он не бьет? Он будто усталый. Он устал. Ебать, ты чё, я, блин, устал? Ну. Бесит. Короче, пока. Как мне сюда сходить-то? Блин. Слушай, The Walking Dead, ребят. Ну, окружение. Ну, блин. Что мне теперь делать? Кстати, ладно, мы можем всех собрать, теперь пора войти. Ну. Let's hit the damn truck! О, Джимми Блейк уходит в группу. Thank you.
Давайте придем к карте. Shane won't make it. We gotta pull off, find a new ride. Don't much like the idea of stopping it now. It's too hard to see. And we ain't got a whole lot of choice. Can't be too careful till we know more about it. Yeah, that's true. Только будем мерить. Ой, чёрт, конечно. Давайте выберем инвентарь. Он слишком много, ничего не надо. Давайте. Значит. Давайте. Давайте мы дадим зарядную винтовку. Может найти 44 патроны, найти еду. Что делать? Ну, 44 я сейчас Джимми Блейка не хочу терять. Давайте ему дадим зарядные эти патроны. Вот тебе мой молоток. Потом споичишь бензин. Пока что никого не надо останавливать. Что давайте? Ну что, давайте переходим в локацию, думаю, хотим нет, подождите. Еще что не надо, потом у нас ничего нету. Давайте все оставим, а тут ничего не нужно. Благодарю, думаю, тоже пригодится этот патрон. Я думаю, кстати, почему ты, конечно, не взял патроны? Ну, да ладно, давай, давайте приходим в локацию. Мы не будем найти патроны. Все, выходим в локацию. Another cop. I'll handle this. As soon as we score new wheels, we're out. Yeah, I'm on it. And I'll whistle if I turn anything out. Hi. You okay? I'm fine. A little tired, maybe. Been a long day. Ну уже совсем, что ли? Разработчик очень понимает. Этот чувак, он не кушает. Это как зомби. You picked a rough place to stop. Campground's a slaughterhouse. Это не Джимми. Yeah, I hear you. My truck's done for. Yeah, I see that. Albert Lee, Pemberton Sheriff's Department. Daryl Dixon. You think you can give us a lift? Gotta get them over to Memorial, if it's still open. So then can you set me up with one of these? Sorry, man. No keys. Tell you what, there was a ranger, Hartwell. He was driving back to his station. Looked like he had plenty of room. Here, take this. Wish I could do more for you. Значит, давайте. А вот. Спасибо. Всем спасибо за посылку. Ой. You find Hartwell? Что-то, парни. Значит, всем спасибо за просмотр. Все делать подписывайтесь на канал. С вами был Спанч Боб. Надеюсь, что наш этот Блэк Берн найдет нам патроны, потому что патронов у нас очень мало, и бензин у нас этот чувак тоже найдет скушенный.
Жена патрульной сейчас очень нужны. Я бы потерял свой револьвер из этого чувачка. Ну, думаю, с волками тоже пригодится. Если таким... Ну, то и найдется все-таки патроны. Ну, а теперь всем, кто либо запасал свои... Подписывайтесь на канал. Надеюсь, все-таки у меня все сохранится. Сейчас пересмотрю, что сохранится у меня это. Но я уже всем себе запасал свои подписывайтесь на канал. С вами был Спанч. Всем пока.